Всем привет! Так как вы знаете, что на прошлом видео мы снимали то, что у нас идет дождь, мы решили посмотреть на наши лужи. Мы измерим их, как вы знаете, в сапожечках таких. Вот, идем. Уже видно лужи, но это еще очень маленькие лужи. Вот. Там, о, первая лужа, смотрите. Я вчера хотела ее померить. Нифига себе. Большая. Вон там еще лужа. Вот. Просто посмотрите. Просто посмотрите, какая она глубокая. Все больше и больше. Что за лужа? Мы очень любим мерить лужи осенью и весной. Это просто любимое занятие. Мне кажется, у всех это любимое занятие. Думаю, все это любят. Вот и Яна. Вот. Но мы приближаемся к самой большой луже. Она находится, конечно... Ого! Тут, конечно же, очень глубоко. А вот и большая лужа. Смотрите, какая. Ребята, заход. Блин, она очень глубокая. Она очень-очень глубокая. Да. О! Нам еще вот сколько пройти. Короче, мне чуть не залилось сапог. Но я иду. Вот, видите? Вот. У меня тут просто уже... О! Я боюсь, что сейчас резко какая-то яма будет. А, я прошла. Еще одна большая лужа. Начнем вот с этого края. То, что я боюсь уже. Очень боюсь. Так. Не-не-не, мне затекло, походу. Мне затекло в ботинок. Ну ладно, пока что мы идем. Мы прошли ее. Вон еще лужа. Бежаем! Это просто капец. Вот. Ого! Никто не предвещал такого момента. Капец. Поэтому побежали.